Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, какой-то Наруто, Дэн, Крошка-Окрошка, Фокс, Икея, Медвежонок Хиппи, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Кукусики, игрушки, народ. Всем привет. Сегодня у нас очень крутая и классная рубрика «Выживание на деревянных постройках». Но сегодня будет все не так, как обычно, потому что здание будем ломать классными способами, и сейчас я вам покажу, какими именно. Если хотите, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться и поднимать вам настроение. Сначала возьму не очень мощную машину, хотя я скажу, что это мощная машина. И сейчас я буду веревкой цеплять и пацанов просто расшатывать на этом здании. Это будет эпично. Надеюсь, вы уже прямо сейчас влепили лайкосик и подписались. Так. А вы, пацаны, говорите, шатается здание или нет? Не мой. Ой. Ой, я вижу. Во-во-во, отлично. Ты ко мне прицепил. Разве? Нет, я за стекло зацепил. Я там сидел просто. А, да? А я вижу, вы умираете все. А, вот, и, вот оно и выяснилось. Когда я расшатываю, вы умираете все. Димас, ты вообще про меня. О, я знаю. Я все не так сделал. Миша, все фигня, давай по-новому. Смотрите, мы возьмем, поставим танк. Правильно? Ну, танк же лучше. Сейчас я это здание просто положу к земле. Текс. Вот сейчас будет эпично. Я прям возьму разгон. Пацаны, сейчас... А, вы, скорее всего, сейчас умрете, если я сильно дерну. Давайте я буду потихоньку тянуть. Максим, смотри, как это здание сейчас будет наклоняться. Внимательно. Смотри. Ой. Потихоньку. Шифтом, газуй. Давай, танчик, ты сможешь. Во! Ну! Опа, я вижу, один упал. Отлично. А кто есть? Там один остался или несколько пацанов? Нет, несколько. Несколько. Там двое. Ну, ого, он аж трещит, смотрите, как я его... Так, двое осталось? Да, еще двое. Хорошо. Ну, давай. Кстати, стекло не вырывается. Давайте попробую за доску зацепить. Смогу доску вырвать. Упал один, все, есть. Остался. Ну все, ты победитель, красавчик. Ну какой-то Наруто, теперь ты ломаешь здание. И сейчас мы поставим другое, которое тоже очень круто разрушается. Смотрите. Вот оно. А следующее здание будет вообще гигантское. Пацаны, залетайте. Надеюсь, мы проживем. Кстати, если я сейчас выиграю, я буду опять ломать здание. Правила просты. Кто остается последний на постройке, тот следующий и ломает. Так, это был мощный взрыв. Во, смотри, Дэн, я придумал как. Прикольно. Ой-ой-ой. Нормально, я держу. Нормально, я тоже так понял, что это нормально. А, все, мы все вместе слились. А и кто выиграл? Сказать, я держусь, я просто сижу. Дружба? Нет. Да. Или кто вы? Я сижу. Я здесь сижу. На шкафу. А, ну все, Максим и выиграл. Головой. Максим, смотри, какое я тебе здание приготовил. Ну-ка. О, это повыше. Вот это будет интересно уже. И сделай так, чтобы я выиграл, пожалуйста. Хотя никак он не может на это повлиять. Ну-ка. Но хотя бы помечтать, можно же? У меня есть идея. Ты готов? Конечно, я всегда готовка. Эй! Господи, эй! Да. Ой! Да. Так жизни тратится! Нет, нормально. Ой-ой-ой! Там не избиты! Сразу двое слилось, отлично! Я знаю, не буду говорить, как выживать специально. Ну-ка, а, все повторяют за мной на картофанах сели, это даже не так проходят. Ну-ка. Максим, ну физгон, это, конечно, мощно, ты ж можешь вообще нас подкинуть. Че ты где? Тихо! Я живой! Я выиграл! И сейчас я зацеплю это... За машину, это будет у нас не танк, это будет у нас автобус. Так, за... О, давайте зацеплюсь за сам штырь. Цепляемся сюда. Не надо. Это самая высокая точка. Вот ты это чё? Длина веревки, она аж провисла. Некоторые вещи в горизонте очень круто реализованы. Я разгоняюсь и резко дергаю, пацаны. Или сначала потихоньку. Давай потихоньку, посмотрим, что будет. Так. Ребята, если вы хотите, чтобы мы записывали такие прикольные рубрики и экспериментировали... Ставьте лайкосик, обязательно. Наклоняется? Во-во-во-во, отлично. Так, ну давай, автобус, давай. Так. Во, клонится. Потиху... Ой, Дэн, есть такое дело. Хорошо, а теперь берем разгон. Дима! Оно и в ту сторону, и в ту сторону. Аккуратно, я еще живой. А ты живой? У меня ХП просто умерло. Умер. Тебе туалетом прибил. А все, Фокс выиграл? Да. А, Фокс выиграл. А давайте попробую так вот все-таки дернуть, проверить, сможет? Ого, его можно было вообще наклонить.
такое пружинисто. Это желейное здание. Смотрите, как оно прикольно делает. Давай, мы готовы. Покажи вещи. Он взял машину. И... Ой-ой-ой, что-то нифига себе, оно прочное. Да бери танк уже, надо на танке лупашить. Ой, хорош, хорош. Отлично. Я держусь еще. Я тоже живой. Ой. Ой, прям по мне попал. Ой. Отлично. Максим живой еще. Хотя Максим использует читерскую тактику, на альт-е садится. Неправда. Я... Да я вижу. Давай, по Диме, по Диме. Вот не надо. Давай, по Диме. А у меня зафриженная моя часть? Хренач по нему. Эй, эй. Все, ты проиграешь. Нормально я еще вишу. На соплях. Это было близко. Ого. Ой-ой-ой. Это было очень близко. Папа. Все, ты проиграл, Максим. Я свой ход отдаю Дэну. Я думаю, это будет по-честному. Во. Все, я на здании. Давай, Дэн, удивляй. Если честно, ты удивил. Да-да-да. Молодец. Удивительный ход. Классно. Надеюсь, ты это сделал не специально. Ого, я подлетел. Блин. Ну ладно, приземлился на жопу. Ого. Нифига себе, оно аж дрожит все. Так, сколько там еще людей? А, практически все. Я один умер, что за несправедливость? Ого, оно дернулось. Это было прикольно. На! Все, Максим, теперь ты выиграл. Да! Красавчик, молодец. Не поздравляю тебя. Все, хана вам. А че нам хана сразу? Ты такой злой? Я сейчас такую штуку возьму. Давайте, так, пацаны. Давай. О. Держимся все очень сильно, не даем ему победить. Чтобы он все оружие из расхода... Ой-ой-ой, прикольный рыбат. А, да блин, ты дурак, что ли? Ты ненормальный, что ли? Что ты делаешь? Ты что делаешь? Это жесть. Лови. Тихо, тихо. Держись, держись, горим. Еще. 17! Ай-яй-яй! Кто-то я выжил? Я жив. Все, он выиграл. Блин. У нас есть, конечно, здание очень хрупкое. Но давайте попробуем на нем выживать. Мы ни разу на нем не выживали. Я не знаю, как. Я сейчас с любой тычки, мы просто умрем. А где вы, пацаны, наверху? А, я вижу жопу Диппера, да. Все нормально, все сходит. Я на самом верху, Дима. Да я понял, я на предпоследнем этаже. Я на кончике сижу. Ой, сейчас он это здание затаранит машиной, и мы реально все упадем. Смотрите. Поехал процесс. Ой, мы так задрожали доски. Не? Максим. Ну-ка, аккуратненько. А, Максим! Я хотел к тебе спуститься. Блин, не получилось тебя столкнуть. Максим, ты же проиграл. А! Я наблюдал. Я живой. Нет, я не жив. Блин. Ну, пацаны, давайте. А почему по моей колонне-то? Ну вот так вот. А ты где вообще? Я в колонне сижу. Какой колонне? А как ты это сделал? А, я понял. Ты между этими кубиками сел, да? Да, вот я твои ноги вижу. Да, я в кубиках. Эй, ну это же честно. Это очень честно. Эх, ты сумасшедший человек. На одной ноге. Ой, ой. Что-то там хрустит. Что-то там трещит. Одной колонны нет. И немножечко кто-то там пердит. Ой, улетело вниз. Блин, моя нога. Тихо, держись, держитесь, пацаны, держитесь до посинения. Все, мы живые. Мы живые. Я живой. Фокси, держи меня. Ой, ой. А, блин. Она на соплях держится. Она падает. Ай-яй-яй. А я еще живой? А я живой? Остался. Мне нравится, как Дэн сидит. Ого. Привет, Дим. Ну давай, сейчас человек решит, кто же Дэн выиграет или ты. Так, да ну пока ты... миссия нормально. Не. Все, Дэн проиграл. Так, пацаны сказали, чтоб я опять взломал здание. Я согласен, у меня есть очень классная идея. Что если я сейчас возьму, делаю очень большую длину веревки, поставлю ракету, и эту ракету прицеплю к зданию. И она, когда уже наберет большую скорость, она очень сильно дернет это здание.
Посмотрим, что с этого получится. Так, веревка. И давайте прям по центру. Во. Ну что, пацаны, вы готовы узрить красоту? Смотрите. Дома не повторять. Пока. А! О, привет! Да блин, стой! Я удалил ракету на всякий случай. Я живу. А ракета, куда ж ты летишь? Нормально все, пацаны? Ну я еще сижу. Да, нормально. Ага, вижу, я хорош. Переживаю. Кстати, оно выдержало и вообще ничего не поломалось. Ребята, сейчас будет неожиданный поворот событий. Ну давай. Смотрите, я сейчас разгонюсь и так дерну это здание. Вы все офигеете, давай. Смотрите. Ну давай, попробуй. Нормально, я еще живой, Дим. Что? А как? Он снова на столб сел. Ну ничего, сейчас мы это поправим, не переживайте, пацаны. Не-не-не, какой стрелять? Сейчас. Подожди, я ж последний остался, да? Смотри. Куда? Вот так вот. Смотри, я могу тащить его. Как ты сказал, это что? Это незаконно. Куда? Не надо. Сейчас мы сделаем, мы сейчас делаем законность, не переживай. На, законно вот это вот сейчас было? Это мини-дробовик, Дим. А, ну, пусть будет дробовик. Нифига, тебя обманули, это гранатомет. Ой. Дима, найди меня в колонне. Вот ты был. Это было красиво. 5. Молодец, эпически вынес его. Может помочь ему? Как хотите, давайте, хотите, помогайте. Ой, ой. Ух ты, вот Дима, это не разбойся. Лови. А я вижу, что они занимаются каким-то разрушением нашей жизни. Ой-ой-ой, горит. Ай, Дима, блин. Последний. Смотрите и узрите, залетайте. Ого. Так, давайте начнем снизу. Давай рискнем. Ого, вот это лупануло. Нормально? Так, нет, сейчас мы пониже стрельнем. Так, по сейчас подальше. Смотрите, пошла ракета. Но ой, красиво. Мне? Вот это оно разрушает все вокруг. Ага, ну только наоборот, убивает нас. Ой. Ну да, этот взрыв очень мощный. Он разрушает даже сварку и статичные объекты. Смотрите, лестница, она вообще статична и сварена. Просто вынесла. А если прям близко стрельну? Оно полетит вверх или прямо полетит? А ну-ка. Это SpaceX? Ого! Да, похоже. От Илона Маска. И стреляем контрольно, пацаны. Давай, Бу-у-у. Все живые? Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. На всем отличного настроения и всем пока! Всем пока! А. Всем пока! Пока!